check the mic and make sure it sound right, boys. Всем доброе утро. Я сегодня еще с вами не здоровалась, хотя время уже почти 4 часа дня. Дело в том, что я с самого утра доделывала свою поганую, такую стрёмную задачу. И я ее доделала. Поздравьте, отправила отчет. Все, жду теперь результатов. И как раз проснулся Коля. Какой отчет? Какой отчет? По работе. И теперь проснулся Коля, и мы сели... Что это? Полдник? Полдник. Да, всем привет, мы полдник. Поедем записывать видео на классную локацию. Пока солнце есть, оно вообще супер нам сегодня для записи видео. Хотя с утра не было, кстати, солнца. Оно было какое-то... Облака ходили. Вот, поедем, запишем видео. И потом уже приедем, будем ужинать нормально. Поэтому сейчас вот у нас сырники. А что за локация будет? А вот. Посмотрите новое видео. По теме такси, кстати, новое видео будет связано с темой такси. Джоня там усиленно пьет. Очень сильно пить захотела ребенка. Специально, чтобы люди отвлеклись маленько. Угу. Все, всем приятного аппетита. Кушаем. Мы приехали. Именно здесь мы хотим снять ролик, если доедем. Да. Ведь меня укусил оса. Меня укусила оса. Но я думаю, что это оса, потому что мы когда приехали и начали там снимать, там летало что-то такое полосатое, то ли пчела, то ли оса. Но после того, как меня укусили, там не осталось жала. И я почитала, что не оставляют жала именно осы. Пчелы оставляют жало. И мне так больно. Прям очень сильно больно. Она меня укусила прям под мышку. Но показывать не буду. Подмышка не самая красивая моя часть тела. Я почему-то такая невесомущая, ну, меня. Где-то в бетонном поле она тебя нашла, такая бизи. Вообще, ладно бы я где-то в лесу была, еще что-нибудь. Это, блин, на парковке, просто... на огромной, несколько километровой. Видимо, просто ты сладкая, вот она тебя увидела. О, сладкая, дай-ка поем. Сила, зараза, и так больно. Вообще, я забыла уже, что так больно. Меня кусали уже до этого. В основном пчелы, потому что я вытаскивала жало всегда. Но тут меня укусила оса, и это так больно, это капец. У меня всю руку жжет, все прям щипит ужасно, пухло место это. Сейчас вот приеду домой, псила, бальзам есть такой, он уже практически у меня закончился, он от укусов комаров, от насекомых, от ну, вот это, крапива, когда тебя жалит, короче, все такое вот. Сейчас я им помажу, еще антигистаминные на всякий случай выпью, потому что, ну, вроде у меня не было аллергии на них, на их яд. Но на всякий случай выпью, чтобы так это организму легче было. Вот. Но это очень неприятно, я так хотела, блин, погулять, там что-то поделать, походить, а так больно, и у меня все настроение пропало. Оно стало поменьше болеть, прошло несколько... часиков. Это вот я перед парком, перед тем, как мы в парк ездили, все сделали, заехали. Потом поехали в парк. Потом с парка приехали, у меня снова защипало, я снова этой бальзамом помазала. Это вообще, конечно, дурдом. Осы, оказывается, самые болезненные укусы, это именно укусы ос. Это ужасно, болеть типа до 2-3 дней может. Надо периодически мазать. А он у меня кончился, этот бальзам. Так что, если что, я даже не знаю, чем мазать. Вот такие дела. Дурдом вообще. Мне везет. Сегодня пятница 13-е. Мне повезло, как никогда. Коля уехал на смену. Я осталась дома. И так как выпила супрацетил, вот обладает снотворным чуть-чуть действием, я, видимо, из этого хочу спать. Но мой организм спать хочет, но не засыпает. Сейчас буду пробовать заснуть. Пойду смою косметику всю. И буду ложиться.
Даже сегодня монтировать не буду видео, которое мы отсняли. Потому что не хочу. Значит, я вообще не усну, короче. Как-то так. Все, всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что были с нами. Жду вас завтра. И всем пока-пока. Check the mic and make sure it sound right, boys.